Над этим полотном Васнецов работал в течение нескольких лет. Три богатыря – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович – олицетворяют главные качества русского народа – мощь, гордый боевой дух и душевную чуткость. Художник поставил перед собой довольно сложную задачу. Он стремился передать различия в характерах персонажей не только через черты их лиц, но и через другие особенности внешности. Так каждый богатырь получил в руки свое оружие. На запястье Ильи Муромца висит булава, таких размера и веса, что оторвать ее от земли было бы под силу только ему. Добрыня Никитич наделен мечом, указание на княжеское происхождение. Юный Алеша Попович самый романтичный и задумчивый из всех троих. Получает не только лук со стрелами, но и гусли. Отстать богатырям и кони. Художник выбрал масти, традиционные для русской живописи – белую, гнедую и вороную. Благодаря нижнему ракурсу народные воины выглядят торжественно и монументально. Их фигуры расположены в центре, на границе земли и неба, словно на рубеже Родины. Небесный свод выполнен грубыми широкими мазками, и на фоне остального изображения выглядит нарочито тяжелым и незаконченным.